Третьяковская галерея принимает у себя знаменитых британцев. Из Лондона приехали исторические портреты от Шекспира до королевы Виктории. Но Третьяковку посетят и сегодняшние лидеры британской культуры, директора лондонских музеев, театров, фестивалей. Программа «Культурное лидерство в современном мире» — это 8 профессиональных дискуссий. Михаил Петровский, Константин Эрнст, Кирилл Серебренников, Михаил Швыдкой, Марина Лошак, Зельфира Трегулова, Александр Мамут и Олег Кулик обсудят с британскими коллегами отношения культуры с государством, бизнесом, медиа. Третьяковская галерея представляет «Культурное лидерство в современном мире».